Дорогостоящая техника и нерациональное использование поливной воды – главная причина застоя в развитии сельского хозяйства ЖТСУ. Так считает депутат Мажилиса парламента страны Жанна Тельпекпаева. В наш регион она прибыла накануне с рабочим визитом. Местом назначения стал производственный кооператив «Жер-Ана» в селе Еркин. Для большинства местных жителей земледелие и скотоводство, пожалуй, единственный источник дохода. На 400 гектарах земель здесь ежегодно выращивают тонны пшеницы, сои, люцерны и ячменя. Плюс ко всему, местные животноводы первыми в Казахстане начали разводить племенных коров породы монбельярд, завезенных из Европы. За счет чего в год фермеры получают до 70 тонн молока, которое они отправляют на крупные заводы. Однако зачастую возникают проблемы с реализацией продукции из-за нехватки спецтехники, сетуют фермеры, что, безусловно, приводит к стагнации сельхозотрасли всего региона. Такая ситуация крайне недопустима, заявила Жанна Тельпекпаева и пообещала принять меры для решения этой проблемы. Развитие сельского хозяйства у нас, почему оно не развивается? Это потому что, во-первых, техника дорогая. Чтобы технику купить, это надо лизинг взять. Это нужно, вот все же сейчас мы говорим, чтобы утильсбор вот уменьшили. Сейчас этот вопрос, он самый главный, сейчас уже рассматривает эта большая комиссия, чтобы снизить, особенно на сельскохозяйственную технику, чтобы она была доступна, потому что это самый главный вопрос.